бизнес – это продвижение компании в социальных сетях, продвижение товаров, услуг. Ну и, в принципе, одно из новых направлений наших – это борьба с негативом. Наше достижение – это достижение наших клиентов, на наш взгляд. То есть непосредственно, когда мы выдаем результат по каждому проекту, это нас радует. В этом году, к концу года, мы хотим открыть порядка 4 представительств в крупных городах, таких как Краснодар, Самара, Липецк, ну и Ростов. Планы нашей компании – это еще и развитие новых направлений, то есть не только представление в самых популярных социальных сетях, но и освоение таких профильных, как Профессионалы.ру, Хабр.Хабр, ну и другие соцсети, менее популярные, но более специализированные. Бизнес-успех – это действительно успех для нас, победа в этом конкурсе. Я думаю, это новая ступенька по пути к нашей цели, к достижениям.